В Чувашии впервые официально отпраздновали День Отца. Чествование прошло в стенах ДК ЧГУ, где собрались активные папы со всех уголков республики. Официальный статус «День отца» получил в Чувашии весной этого года. Праздник учредил глава республики Олег Николаев. Отец у нас прежде всего ассоциируется с семьей, с надежностью, с защитой. Это, наверное, вот эти сами ассоциации автоматически все-таки поднимают понятие отца намного выше. И само понятие и значимость слова «отца» расширяет намного шире. Сейчас в России День отца официально отмечают больше 20 регионов. В Чебоксарах на торжество собрались папы из районов и городов республики, которые входят в Совет отцов Чувашии. Эта общественная организация начала свою работу в 2013 году. В 2017 получила официальный статус. Сейчас в ней состоят больше 3000 пап. В период праздника мы чествуем и отмечаем активных отцов, которые действительно ответственно, по-отечески относятся к воспитанию своих детей. Знаете, это мы заметили, повышает и статус, и повышает самооценку у данных отцов. И что немаловажно, у них появляется, возможно, некая мотивация, а у сыновей и дочерей появляется дополнительная возможность сказать спасибо. В этот день активные папы Чувашии получили дипломы в различных конкурсных номинациях, благодарности и награды из рук почетных гостей. И, конечно, поздравления в свой адрес. Советы женщин, советы отцов созданы практически во всех дошкольных учреждениях, детских садах, школах. И когда педагогические сообщества, советы отцов, советы женщин вместе, объединяясь, работают над воспитанием наших детей. И, конечно же, это здорово. Благодаря вам жизнь продолжается, она совершенствуется, она становится комфортнее. А самое главное, дети, которые, глядя на вас, ну, наверное, смотрят и понимают, как важно и как здорово быть папой, тоже будут стремиться к этому. Ирина Ромадова, «Вести Чебоксары».